Всем привет! Не буду долго затягивать, сразу вас поздравлю с наступающим Новым годом. Пожелать вам хочу здоровья, самое главное здоровья, ну а также после здоровья счастья, любви, успехов, благополучия и всего того, что сами себе пожелаете. Почему самое главное здоровье? Будет здоровье, будет все, что вы хотите. И все, что я пожелал после здоровья, обязательно это случится, обязательно это будет. Кто ищет себе либо парня, либо девушку, желаю в следующем году найти, чтобы вы потом сошлись, все было хорошо и жили долго и счастливо. Как говорится, в один день. Ну и хочу, наверное, подвести итог уходящего года. Год был весьма себе непонятный. В плане семейном, вот в таком-то таком плане, для меня этот год был вообще какой-то, знаете, Ну, первая половина вообще отлично, там, до лета была хорошая. Даже прекрасно в плане семейности. Потом там я упал, и потом там еще были несколько печалек, расстройств. Ну, в общем, в принципе, и, ну, в семейном, ну, наверное, как-то вот так бывает. Иногда попадаются такие года, когда слишком много что-то происходит такого плохого. А в плане года, ну, да, началась у нас спецоперация. Надеемся, что скоро она закончится, что скоро все будет хорошо. И мы заживем как прежде. Ушли от нас какие-то бренды, что-то ушло. Ну, честно, я вообще по этому поводу особо даже не переживаю, ушли, взамен им придут много новых, уже, кстати, рано приходило. Поэтому год, ну как год, да, мне не особо он понравился, не особо интересный. Каких-то мало таких вот ярких каких-то воспоминаний от этого года осталось. Ну, в принципе, что, все, да, иногда и грустить тоже полезно, не все же веселиться, ну... В общем, надеемся, что 2023 год принесет больше радости, больше улыбок, больше какого-то, знаете, такого тепла. Не в плане жары летом, а просто в плане тепла, уюта как-то. Ну, не знаю, я верю, что следующий год он будет поуютнее, поинтересней. Поэтому не огорчаемся, идем дальше. Жизнь на этом не останавливается. Это всего лишь сменится еще один год, следующий год, то есть еще один год мы прожили. И это, я считаю, здорово, это, я считаю, классно. Поэтому еще раз всех с наступающим Новым годом, много не пейте. Ну и, не знаю, проведите на самом деле вот эти 10 дней праздников с толком, с чувством, с расстановкой, не надо там... дома сидеть, я уверен, что будет хорошая погода по центру, в центре много чего на самом деле реально интересного, красивого, просто пофоткаться, в цирке можно сходить, в кино можно сходить, ну, я думаю, в раз в год там сходить, выделить определенное количество сумм, я думаю, что, ну, многие смогут, поэтому не надо сидеть дома, пилить телевизором. Выйдите, погуляйте на это, на самом деле. И тогда будет и новогоднее настроение, и новогодняя атмосфера, и все. Просто давайте создадим его вместе с вами, чтобы все у всех было хорошо. Все, еще раз всех с наступающим Новым годом. Счастья, любви, здоровья, успехов. И всем пока. Увидимся уже в следующем году. Все.